На голубых дорожках бассейна «Виктория» только самые сильные и выносливые, конечно, для своего возраста. В турнире принимают участие школьники от 7 до 18 лет, организаторы – Министерство физической культуры и спорта, а также администрация города. Это очень громадное значение имеет к массовости нашего спорта. Ребята стараются и выходят на самые высокие уровни, то есть на уровне уже города, далее идет на уровне края. Ну и мы надеемся, что и наши горожане будут участвовать в российских соревнованиях. Пловцы соревнуются практически во всех плавательных дисциплинах. Вольный стиль, брас, баттерфляй и на спине. Многие начали подготовку еще задолго до турнира. На кону путевка в сборную города. Я представляю свою 7-ю школу. Готовился я к этим соревнованиям больше полгода. Усердных тренировок. Конкуренты здесь сильные. И попытаюсь их выиграть. Весь город собрался. Хочу показать хороший результат. Ну и, конечно же, победить. Соревнования продлятся до 19 февраля. За это время в турнире примут участие более 5000 анапских школьников. Из них отберут только 36 пловцов в разных возрастных категориях. Именно им придется отстаивать честь Анапы на зональных соревнованиях, которые стартуют 21 февраля. Руслан Душевский, Анапа регион.